На республике Зокундата Гургон, Фазагу Сеси Бокунде, Барак Активун Зино Дав Дисет Тогун Хсан Парламентум Босина Тарахкане Нокот Тоджи. Эт Тогун Политика Упоцо Ходи Векоте Охан Фадес Дахан Каце Николау Ерастей. Фалдар Босинетта, Фалдар Кананта. Цибер Офалгас Торос Гефит Соджи Дар Окцин Сверзестам Раси Федераци Поцо Ходун Думе Именен Се Бозер Бофесен Бонте Стуэл. Оце Охшиогма Возгжен Документ Нен Гум Кене Захан Избира Борта Политикун Тагдаде. Кусторд Майсино Гуи Ема Бозер Де Инициатор Каю Раси Форсия Хадек. Назакундата Гургониме е охосе тајне бира кој тогун дар еме фаражен дарај. Во Раси Федераци паца ходун думе ме на парламента Хсан Бозард Бофесен се че миси са хаскутој дуа сердар сар могундај. Вячеслав Володин ме албурталан. Бонсон кан кави ме паца ходун думе е пет фроксите ем оде еме ем розесте хусар и рестун ме Хсан парламенту на хосе тануг ем везот ме роканем ме. Ема козуавак форсте тас кот са канен карадзил ауанг циноте бендурал. Мы ответственны перед нашими народами и странами за выстраивание более тесных отношений. Люди хотят такого диалога, а мы должны с вами реализовать. Мы будем обсуждать конкретный вопрос, который вас волнует, нас волнует в рамках именно сотрудничества и развития отношений между нашими странами. Уверен, что новый формат создания высокой комиссии позволит оперативно и конструктивно решить возникшие проблемы и будут способствовать улучшению наших взаимоотношений законодателей двух стран. В цию растеже этогун политику на хостете Нисани Уэкджин Коттагл Немотса у Россия Федерации Федералум Совета Сардар Валентина Матвиенга и Мефимбал. Ихсан парламенту нам кускане наде дартар перспектива тил Аруна Фачиндаут Халараду Нуваре. Кусар и рестониме МЦДИСУН а хостете Арфкане Нунаю Мьог Нисан. Банисан Кота Валентина Матвиенга Фимбал дарастеже. Федералун совет сердаран ман кавагл банамат та хусар ирестун экономикун рай рест царт фразун инвазод ма баканен. Дум дау на республика потенциал раргум канен варахай. Уважаемые члены делегации, позвольте мне от сенатора Российской Федерации сердечно приветствовать вас с этой федерации, в Верхней Палате Российского Парламента. Знаете, хочется сделать паузу для перевода. Как здорово, что нам не нужен переводчик, и мы можем говорить друг с другом, хорошо понимая друг друга. Уважаемый Алан Юрьевич, я знаю, что вы уже бывали в Совете Федерации как депутат парламента Республики Южная Осетия и член комиссии нашей совместной, но сейчас вы находитесь в России впервые с официальным визитом как председатель парламента. Мы вас искренне приветствуем и надеемся, уверены, что ваш визит, конечно, придаст такой новый импульс и нашему межпарламентскому взаимодействию, и в целом развитию стратегических отношений России и Южной Осетии. Я направляла вам поздравления, хочу теперь воспользоваться возможностью лично еще раз поздравить вас с такими двумя датами. 15-летием признания независимости и суверенитета Республики Южной Осетии, с Днем Республики. Григорий Борисович Карасин принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных 15-летию, рассказывал мне, насколько масштабно, ярко прошли праздничные мероприятия, патриотично, это очень важно, что такой настрой сегодня у жителей Южной Осетии. Искренне поздравляю и желаю вам дальнейших успехов. Спасибо. Естественно, наши народы связывают такие чувства, многовековые братские узы. И это, наверное, самый главный фундамент, который позволяет нам успешно развивать наши взаимовыгодные отношения. И в России с большой теплотой относятся к Южной Осетии. Знаю, что и в вашей республике с уважением относятся к России и к россиянам. С момента обретения независимости Южная Осетия прошла такой непростой путь становления государственности, развития своей экономики, укрепления безопасности. И за эти годы нам удалось вместе сложить такие прочные основы нашего сотрудничества и сформировать, выстроить взаимодействие практически по всем направлениям и вопросам экономического развития, безопасности, гуманитарных связей. Очень важно, что у нас появилась крепкая договорно-правовая база. За это время было подписано, ратифицировано более 120 документов. Это значит, что наши отношения также стоят на таком прочном правовом фундаменте.
И здесь, мне кажется, как раз очень важна роль парламента, что касается развития, расширения договорно-правовой базы. Нам еще есть над чем работать. Здесь мы могли бы объединиться, чтобы наше союзничество, стратегическое партнерство, оно продвигалось и дальше более успешно. Вы знаете, что политический диалог между нашими странами достаточно интенсивный. Наши президенты находятся в постоянном контакте, что очень важно. Я хочу вас попросить передать большой привет, наилучшие пожелания Алану Эдуардовичу Гаглоеву. Мы Спасибо. Всегда на всех уровнях поддерживаем очень плотные, хорошие контакты. И очень важно сейчас и в рамках вашего визита определить те дополнительные шаги на парламентском треке, на парламентском измерении, которые позволяли бы успешно реализовывать те договоренности, которые достигаются на высшем уровне. Хочу еще раз вас, уважаемый Алан Юрьевич, поприветствовать и сказать, что вы и ваши коллеги, и члены делегации, депутаты всегда желанные гости в России. Добро пожаловать, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Спасибо вам, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги. Рад возможности засвидетельствовать вам свое высокое уважение. В Южной Осетии к вам относится как к другу республики и благодарны за постоянное внимание к происходящему у нас и поддержку. В том числе, естественно, в развитии парламентаризма. У нас наработан большой опыт совместной работы с представителями Совета Федерации, работает межпарламентская комиссия. Надеюсь, что и сегодняшняя наша встреча придаст новый импульс развитию двухсторонних отношений. Россия всегда являлась гарантом безопасности не только Южной Осетии, но и всего Южного Кавказа. Думаю, что это осознают все здравомыслящие жители региона. Несмотря на сложное положение в связи с СВО и противодействием коллективного Запада, мы видим и дипломатические усилия, и выполнение взятых на себя обязательств нашего большого друга России по отношению к Южной Осетии. Видим свой союзнический долг в политической стабильности в нашей республике и ее экономическом развитии. Какие бы сложные задачи ни стояли на этом пути, мы всегда опирались на помощь Российской Федерации. Российская Федерация защитила Южную Осетию в 2008 году. Российская Федерация восстановила Южную Осетию. И мы очень дальше будем надеяться на то, что Южная Осетия и в экономическом плане будет на самом высоком уровне. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество по линии парламентов, углубление дружеских отношений для решения самых важных задач. На самом деле, в сегодняшней ситуации, которая складывается на самом деле в мире, мы реально понимаем, что эти отношения должны быть еще ближе, еще глубже. Понимая, что дружба всегда бывает, как улица с двухсторонним движением, мы реально понимаем, что мы тоже должны, Южная Осетия, со своей стороны, все усилия для этого делать, чтобы эта ситуация никогда не поменялась. Бонсон Каннкауима, Эппат Оце Антешин, Эттогун Политикум Фимбалтете Фаста Арадж, Уохт Каерцет, Ахсан Парламентун Комиссия Радул Робот. Комиссия Уохтсет Нахима Бнату, Менема Уэйу Кудбазуру и Дуэ Форсу Мегаске. В Россиях делегациян Сардар Юэкута, Кудзунам Сергей Цейков, Хусар Ирестуны Форса Андреа Тезаза. Комиссар Хайра Гаисен Берегеме Цестунге Кустефест Юджете. Ебун Фаткалаг Проблему Форсе Цесай Рожедар Иственц на Адаме Цардогай. Зрде Туризм Рой Рестанистр Перспективете Аборгея Азе Асфалдаркан Хусар Ирестун Олемет Дог Эрц, Эмма Культура Кейцеми Дискено Хамодем Немец, Фелестер Целхтуру Далог Зарамеджоран Рохизен Туристен, Солдаргой Сахатрады Леуэн на Акоскен Ацефедес Дехен Сандидзен Кененен. Дверен Бесток Зина де Бодзер де Форсту Дуна Фера Дунтиме, Эрцертел Триоте Зоза Яхаде. Заге Адам Калма Кесенс Фестиюагме Варасьяк Делегаците Алкеце Эрцедейдер. Первым вопросом же я, конечно, хочу поднять, это соглашение между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Этот вопрос у нас он стоит, как он стоит, очень так, ребром, можно сказать, и каждый приезд из Москвы всегда у нас, жители Южной Осетии постоянно спрашивают, на какой стадии. Вроде соглашение мы ратифицировали, остались какие-то маленькие механизмы.
Тогда, когда в Москве мы собрались и проводили работу комиссии, вы пригласили тогда руководителя департамента с Министерства иностранных дел. И ответ был такой, что, вернее, я вопросом я вышел на него и говорю, до Нового года этот вопрос мы можем урегулировать. Он сказал, что будет раньше даже. Вот, и хотел знать, уважаемые коллеги, на какой стадии вы... Сергей Цейков Зардабоварто Озыкаруме под нормативом Бородун документа Кайбоцаттаудеста. Одно из важных соглашений, которое вот рассматривается в настоящий момент, это вот соглашение о урегулировании вопросов двойного гражданства. Работа уже проведена, подписана, ратифицирована. Это сделано и у вас, это сделано и у нас. Но для доведения всего этого до логического конца должны быть еще соответствующие подзаконные нормативные акты. Это зависит от работы, в том числе и структур президента Российской Федерации. Знаю, что там ведется такая предметная работа. И в принципе мы говорили о том, что до конца этого года все моменты, связанные с вопросами двойного гражданства, они будут урегулированы. Но сегодня мы находимся у вас только октябрь месяц. Вот. Интересовались мы, работа ведется, есть определенные нюансы еще. Но опять-таки будем надеяться на то, что до конца года этот вопрос будет уже завершен окончательно. Սվալատը տեխնոպարկ ու մակվոն տուրյումը անման կավակ զինոդալ որստար ոցայդող դարվատուն նովվատ, ձրդավի ես հարոզն զունգ տիխնիկ տստանց է բոզել։ Նրմավոյութ խումատ է գիդի է, նր ուրասյո կոլիկետրոս զինոդրոյսկի Психиатрию Ринчиндуна на маквак зиноды форста рога и лавы республика энертекка хастун овара психологу на хосы центеру царды думен. Энэн зинод кокан ноды нуг министр жиккайты Томас яхустар доздахта оцы форстма. Фэнэ сонку тоцыган ан таис МСМ факасын цыкутта жикка уведун. У нас очень большая проблема, нам ее озвучили в Министерстве здравоохранения, конкретно мне, Мурашко, это психиатрическая больница, наркологическая. И вместе с ней, как раз таки, по поводу того, что будут приезжать со СВО, это еще и Центр психологической помощи. Дело в том, что мы с этим уже очень хорошо знакомы. Это 2008 год, мы до сих пор не можем разгрести это все с этими ребятами, которые не получают никакой помощи практически. Мы пытаемся как-то в Россию их отправлять, но это, кто этого не испытал, вот эти, то, что сейчас модно называть паническими атаками, да, тот никогда в жизни не поймет, что это такое. Это страшно, ужасно и кошмарно. Тем более для кавказского человека с его менталитетом, мужчине. И все это плавно переходит в алкоголизм или наркоманию. Потому что единственная вещь, которая сразу может тебя спасти от этого ужаса дикого, это только вот какая-нибудь таблетка, то есть наркотик, или выпить. И это не их вина. Есть два варианта предложения. То есть строить это намного дороже и так далее. Есть у нас объекты, которые можно реконструировать, правда, хорошие, которые можно реконструировать. И сразу в эти, вот, допустим, есть трехэтажное здание, оно соответствует по объему, который может принять пациент, который у нас есть, которые будут вот, с будущими какими-то проблемами, которые будут возникать, реконструировать. И в этом же вот есть такое здание, в котором можно сделать и наркологию, и психиатрическую больницу, и центр психологической помощи. И у нас на это денег нет. Но врачи есть, медсестра есть. Да, все это есть. Более того, на тот момент, пока бы это строилось, мы отправили бы, эта договоренность у нас есть, мы бы отправили специалистов на дообучение, психолога бы вы еще подготовили и пригласили. То есть это все бы мы подготовили вот в момент вот этого строительства. Во-первых, благодарим вас, что вы подняли этот вопрос.
о том, что нет психиатрической больницы. 15 лет уже, да, в республике, и нет психбольницы. Это проблема. Поэтому я думаю, что предложение, Сергей Павлович, давайте мы проблему нормативно-правового обеспечения и вообще состояния здравоохранения в республике уделим отдельное внимание, может быть, включим в план работы, потому что, да, я думаю, что нам надо этот вопрос поговорить, и более того, о том, что эта проблема существует, озвучивал и посол, говорил о том, что Марат Минович, о том, что это в зоне особого внимания российского посольства. Верно, Марат Минович, о том, что эти вопросы... Это история старая. Да, старая и очень актуальная. Лет, да. Мы услышали обеспокоенность посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Поэтому давайте мы отреагируем на ваши сообщения. Мы не можем сейчас промолчать, поэтому, Сергей Павлович, предлагаю включить в наш дополнительный план работы этим направлением. Вот. Ну и я поддерживаю позицию Сергея Павловича, как руководителя комиссии, о том, чтобы соответствующие запросы, я думаю, уже как председателя комиссии, будет направлен в Министерство здравоохранения для того, чтобы этот вопрос был комплексно решен. В России федерации РДГИ томужнаем пошли на тефафлдартинг бондавтана адамы цартхум зинадыл, а цифорштар лавы дыхсан парламентун комиссии бунфатке. Я акцентирую на повышении тарифов. Вы прекрасно знаете, сейчас принято постановление правительства Российской Федерации, где Южная Осетия не является исключением, то есть эти санкции также распространяются и повышение тарифов на Южную Осетию. Но это очень отрицательно сказывается на внутреннее состояние нашей республики, потому что идет скачок, сильный скачок, повышение цен на продукты, как первой необходимости, так и остальных товаров. И еще это очень отрицательно сказывается на реализации инвестпрограмм, потому что те сметы... Вы имеете в виду таможенные сборы, 7%? Да. В частности, на горючее и так далее. Вот эти вопросы очень актуальны, и мне бы хотелось, чтобы вы могли посодействовать в разрешении этих вопросов, потому что инвестпрограмма, да, и социальный взрыв, он возможен, цены повышаются, и это не очень-то хорошо сказывается на внутреннюю атмосферу в республике. Проговаривали этот вопрос, он находится на контроле, и в посольстве, да, Марат Милович, мы этот вопрос контролируем, да? Вот. И наша комиссия будет изучена дополнительно, и есть позиция Валентины Ивановны, которая также знает, о чем речь идет. Ну, вот. Там однозначно вопроса да, нет. Да, то есть на контроле находится вопрос. Вот. Он изучается, и правительство работает над этим. Սարմագունդ խաստուն օպերացիայի խայադիշը թե նամասաբին ընտանսացիոն նախոս առազուն ու ակտոլուն ֆորսներ տակը ձերծա ուկրաինե խաստուն օպերացիայի բարխյուն թե չի սուդունը զագվարասի ֆեդերացիայի ղաղկանոդ մինիստրադը պրիգազը բնդուրել բարխյուն թե կորդան դեր լավար ցավե բարադուն ստատուս ու իզուրագու քայսամ ըմբալե սոցիալուն գարանտիտա զագա ացմոզալտա կուտ բոնդով դսը խուսար իրիստույնակ բարխյուն թե կացտան կոնտրակտ բոֆս կունդիս ուրասի ֆեդերացիայի ղաղկանոդ մինիստրադի մա վոպրոս պաջդերժկի ուչեսնիկով սպեցիալնայ վայնայ օպերացիայի կա մի պոնիմայեմ բա прежними является очень актуальным. Руководство как Российской Федерации, так и Южной Осетии озабочено тем, чтобы дать возможность нашим гражданам, участвующим в СВО, возможность вернуться к нормальной полноценной жизни после демобилизации, поддержать их и обеспечить им достойное качество жизни. После того, как мы как раз первый раз обсуждали этот вопрос в июне, президентом и правительством России был принят еще ряд важных решений для оказания мер социальной защиты и прочих гарантий для участников СВО. И еще хочу отметить, что, как мы знаем, согласно приказу министра обороны Российской Федерации, бойцы добровольческих подразделений заключают контракты с Министерством обороны, что должно придать добровольческим подразделениям необходимый правовой статус. И это в том числе означает, что на них будут распространяться меры социальной защиты, социальные гарантии на них и на членов их семей. Но здесь не совсем ясно, будут ли эти меры распространяться также и на граждан Южной Осетии, которые также подписывают контракты с Министерством обороны Российской Федерации.
Вместе с тем, как мы знаем, президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому иностранные граждане, участвующие в специальной военной операции, могут получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. И кроме того, как уже сказал Сергей Павлович, между нашими странами подписано множество соглашений, в том числе и соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое позволит гражданам Южной Осетии в упрощенном порядке получать гражданство Российской Федерации, то есть без отказа от гражданства Южной Осетии. На прошедшей недавно, в начале октября, встрече нашего руководства с министром иностранных дел России, в числе прочего, этот вопрос также обсуждался, и Сергей Лавров также отметил, что решение этого вопроса находится на завершающей стадии. Ну и мы, в свою очередь, тоже, конечно, работаем над тем, чтобы показать нашим гражданам по их возвращении должное уважение, обеспечить им все возможные льготы и социальные гарантии, которые предусмотрены нашим законом о ветеранах, комитетом по обороне и безопасности разработан соответствующий законопроект, но там у нас есть определенные трудности. Он сейчас находится в правительстве, мы ожидаем заключения для того, чтобы уже произвести все необходимые расчеты и вынести его на рассмотрение парламента. А в целом, я полагаю, что этот вопрос решается, и мы можем рассчитывать на то, что ни один гражданин Южной Осетии не будет обделен необходимой помощью, поддержкой как со стороны Южной Осетии, так и Российской Федерации. У нас комитет по обороне и безопасности, мы можем в рабочем порядке все вопросы, касающиеся участника СВО, можно уточнить, разъяснить в любое время. У вас есть комитет? Да. Все. Да. Ну, мы можем конкретно с нашим комитетом в любое время, какие вопросы возникают по отношению участника СВО, в любое время мы можем решать в рабочем порядке. С разрешения Сергея Павловича и Зазана Даровича, нашей комиссии. Юхастундар набоззойден у России Федерации РДГН, Густарто Хамид у России Форс РДГИ Садзуа. Валдар Бонесонгунд Форс Табокускундар Цавзасы комиссия Родун Роботма, Кацы Уогдар Цавзан Уолдзаджи Апрельме. Карун Баттанах Сызгунма Куттогу Миси Хасткундар Садна Патсахаду Университетама, Цагад Кавказы Патсахаду Нагады Имейхсан. Видун Бафисту им Кускане Нотфидар Канене Базард. Ихсан Парламентун Камис Бакуста Ацы Фатистаханедар. Валдар Бонусонгун Фимбалтет Федел Уогдар Сидорах пресс-конференции парламенте Сардар Албурталан ма Фимбалтет Хаадисак депутат Тахатсак та Сарстой Боканга Кусте Фастивчетен. Уадам Кусткененод Варахай Сандидзет та Цагати Рестуне парламенте Мадар Кудзунам Дарвати Рестаджи Дарга Бофессене Стадиует Цагати Рестун Алани парламенте Мам Кускененод Федел Базардар. Дунах Сазам Августин на Республике Хад Борзинад Бонемайн Фентасазу Буне Цитме Аце Базардал Цаг Ухта Бофестой Дуэ Сардар Тускате Таймуразме Албурта Алан. На Цагаттак Эфсмерти Мам Кускененодме Эфсмеру Нахасте Таразин Кененаниснер Барадун Бендур. Базард Фалгетте на парламенте депутат Тахун Цен Цагати Рестуне парламенте Рабаттетем. Раджахам Рабатта Хаядрайс на парламенте депутат Дриат Заза. В тесам октябре Цагати Рестуне парламенту Охцедесте Бойкосте Тахам Демел. Республика Цагати Рестуне Алани физикум культурам и спорта федел. На депутат Аце Бойкосте Тахаед Райста Цагати Рестуне Алани национ политике ме фасивет Котекте федел комитете Фахун Магаске. Уважаемый Тимирас Установич, уважаемые коллеги, приглашаю рад приветствовать вас за стенах парламента Северной Осетии. Подписанное 26 октября 2020 года соглашение между парламентом Республики Северной Осетии Алания и парламентом Республики Южной Осетии о сотрудничестве в законотворческой деятельности позволит дальше укреплять связи между Севером и Южным Осетием. Содействовать дальнейшему развитию и укреплению связи в области искусства, науки, языка и образования, физической культуры, спорта, формированию единого информационного пространства. Выражаем огромную благодарность и признательность нашим коллегам из Северной Осетии, а также всем работникам сферы спорта, которые все эти годы помогали на развитии и популяризации спорта в Республике Беларусь. Благодаря вам
предоставилась возможность югостинским спортсменам выступать на официальных спортивных мероприятиях в составе команд «Северная Осетия». В республике развиваются следующие олимпийские виды спорта. Это спортивная борьба, футбол, художественная гимнастика, бокс, плавание, хэппи. Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются наши тренеры и спортсмены, они никогда не остаются незамеченными соревнования на территории Российской Федерации. Уважаемые коллеги, большое спасибо вам за приглашение и возможность участия, принять участие в партнерских слушаниях. И, пользуясь случаем, у меня есть маленькое поручение от председателя парламента Южной Осетии Павла Горова и с вашего позволения, можно я зачитаю это? Да, конечно. За большой вклад в укрепление развития двухсторонних отношений между парламентом Республики Южная Осетия и парламентом Республики Северная Осетия Алания наградить почетной грамотой парламента Республики Южная Осетия председателя комитета по национальной политике и делам молодежи депутата парламента Республики Северная Осетия Алания Джуева Георгия Вячеславовича. На парламенти депутат ма бойкосет растеж яцегата коллегатиме иуме зопета ратта бнетон информацион службе фарстетендер. На высоком уровне проходило это парламентское слушание. Спасибо, конечно, Таймуразу Руслановичу за приглашение и всем депутатам. Хочу поблагодарить. Опыт, скорее всего, придаст нам. Мы будем чаще приезжать сюда, вы будете к нам приезжать, и обмен опытом будет происходить. Бонсонкан Кавейма, Воксрастаджи на парламенте депутат Тахайот, Кай Ройсесе, Цагат, Ирестун, Эвзунг, Охорган, Тима, Фимбалдедар. Нридаган Ройсесе, Отсим, Отзол, Махунан, Тиль.